Чувашии участились наезды на пешеходов. С начала года в республике под колеса автомашин попали почти 160 человек. В основном такие ДТП из-за того, что люди переходят дорогу в неположенных местах. В Чебоксарах на участках, где больше всего бывает нарушений, дежурят сотрудники ГИБДД и штрафуют пешеходов, игнорирующих правила дорожного движения. Оживленный перекресток в юго-западном районе Чебоксар. Но непрерывный поток машин совершенно не пугает пешеходов. Дорогу они переходят там, где им удобно. Не смущает нарушителей ни служебная машина госавтоинспекции, ни сотрудники в форме. В неположенном месте пытаются перебежать проезжую часть даже пожилые люди. Большинство нарушителей, как обычно, отговариваются, что случилось это в первый раз, и больше такого не повторится. Мне нужно было в магазин зайти, и все. Ну, недалеко же совсем где? Находится пешеходный где? Переход. 5 метров, чуть дальше. Я там редко бываю, он сверху спустился, сразу тут подождал, машин нет. Внезапное желание перебежать дорогу перед машинами чаще всего приводит к печальным последствиям. Как правило, несущийся автомобиль не успевает вовремя затормозить. Статистика удручает. В Чувашии за 4 месяца в подобных ДТП погибли 22 человека. Более сотни получили травмы. Профилактику дорожных нарушений среди пешеходов сотрудники ГИБДД проводят постоянно. Полицейские напоминают правила, просят быть аккуратнее и внимательнее. Переходящих дорогу в неположенном месте сопровождают в служебную машину и пробивают по базе данных. Если нарушение первое, полицейские ограничиваются предупреждением. В остальных случаях уже выписывают штраф. Если в течение года нарушение у него по статье 12.29 и остальным статьям КОАП РФ присутствовали, то вносится штраф 500 рублей. Быть внимательными на дорогах сотрудники госавтоинспекции просят и автомобилистов. В первую очередь соблюдать скоростные режимы и не нарушать правила дорожного движения. Вот если обратить внимание, как пешеходы переходят по нашим пешеходным переходам, вы увидите, что никто из них не смотрит по сторонам, наивно считая, что вот эта зебра на асфальте, эта зеленая лампа светофора, она спасет им жизнь. На самом деле это не так. Мы знаем, что бывают и плохие водители. И очень прошу помнить всегда главную рекомендацию. Даже на пешеходном переходе всегда надо смотреть по сторонам.